я соседу. О, все. Сейчас сидите, на нас попрут. Всем привет, ребята, с вами Рирс. Мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved на официальном сервере. У нас продолжается война. Война беспощадная. Рейды, перерейды, нас рейдит, мы рейдим. В общем, круто, весело и обалденно, как мы любим. Накал страстей просто доходит до своего предела. Очень жестко и люто сейчас все происходит. Зацените вот эту вот шапку. Эта шапка падает с альфа дудо, точнее, просто с дудови верны. Такая шапка падает, замечательная. Я ее лично не убивал, просто подогнали мне такую шапочку с выжженной земли. Забавно смотрится, да? Волчара. И что тут у нас? Слышите, топот? Знакомый, да, топот? Что тут у нас? Давайте посмотрим. Это же твою мать. Виверны. Мы тут решили вырастить их. Вот такие вот дела. Это фрагмент записывается тогда, когда вышло обновление 250. И в этом обновлении добавили, ребята, возможность покрасить лампочки в любой цвет. У нас здесь покрашено синим и красным. Вон та лампочка. И тут такая полиция получилась. Забавно выглядит. В общем, вот такие вот виверночки. Давайте посмотрим характеристики их перед началом ролика. Этого я уже назвал смертокрыл, огненный. Вот такие вот характеристики у него, 185 уровня. Выращивать мы решили их на карте Island. Так, здесь у нас грозовая виверна. Вот такие характеристики. И какая еще моя? Да отойди ты, Фалькон, а? Трешься тут. И вот такая вот еще верно. Чё? Где у тебя щука там вылупилась твоя? Вот она, моя щука. Слушай, неплохая для левела для твоего. Стамина нормальная. Стамина нормальная. ХП нормальная. Но вот дамаг, правда, чмошь. Ну, тебе пойдет только. Вот такая шапка, ребята. Волчара. Давайте вот так вот замутим. Жесть, да? Так, ладно, ребят. Сегодня, значит, что в серии вы увидите? Сегодня вы увидите нападение на базу в Колизее, которая находится. Она чертовски сильная, чертовски мощная. Ребята там с обороной потрудились. В общем, смотрите. Смотрите, что могу сказать. Посмотрите сначала на комментарий дня. Вот такой вот он сегодня. Также не забудьте выбрать имя для этих замечательных виверн. У нас есть три виверны, для них можете придумать имя. Пишите название и для кого хотите, для какого вида, для огонь, молния или яд. Вы хотите дать имя для этой виверны. Смертокрыл. Это пока временное название. Такие дела. Вот эту я хотел назвать Ночная Фурия. А эту Гарпия. Ну, все зависит от вас. Отбираем также сколько? 5 вариантов давайте для каждой отберем виверны. И в конце ролика, ну не этого, конечно, ролика, скорее всего следующего, или через ролик, или через два ролика, будет голосование у нас. И мы выберем название для нашей виверны. В общем, всем приятного просмотра. Ролик долгий будет сегодня, я думаю. Либо я на две части его разделю, чтобы не так нудно было смотреть. Все, смотрим. Ой, ну иди ко мне сюда. Специально бы его лепить. Сейчас снимать будет. Грызи, грызи, грызи. Да, я могу не занести этот ролик мне туда больше. Да, давно нету, блядь. Ждите сюда. Ебаните с ракеты эти, блядь, там есть. Сейчас я сяду. О, все. Сейчас сидите, на нас попрут. Цветки убрал. Гему-то вам сломать железо? Не надо, не надо.
я умру. Или прилечу на Виверне. Вы мне сейчас возьмете фрайт. Слушай, вот эти вот грифоны, все, которые стоят и пятируют в здании, они на пассивные, что? Будут агриться. Да, я иду, на сяду сейчас на Виверну, блядь. Че, бахать, выпускать гигу? Здесь это, ты можешь, значит, вначале сбить вообще все. Это, сейчас я прилечу, я буду бить гиганта, сгрызать все остальное. Пойдем на Бронта тогда врезать. Твою мать! Си, ты на здесь? Грызи. Да, Саня. Я на геге. Подписали. А кто на птере? Я. Мне нужно быстро меня выходить и к этому, я там же, у той же речки, блядь. И доставить меня к Виверне. Какой-то стороны. Вон, тебя вижу. Слева. Слева. Другой берег. Хватай. И Виверни. Хвостом. Все турели выключены, блядь. Она тупая, нет, она может не сразу допетрить, блядь. Ты это видел, где я стал Виверни? Не, примерно сразу говорю, быстрее. Справа. Где мы сишки передавали. Да. И там вот. Ближе к горе. Направо, блин. Да, вон. Давай, лезь. Вообще ничего. Ой, грызи. Как же медленно, лети, как летишь. Давай. Все. Давай. Все, скидывай меня. Что ж ты не дохнешь, блядь? Чем музыки цад? Во-во-во-во, заблочили. Да, идет. Слушайте, она на кицали села. Да ладно, Влад, серьезно. Да? Так, а вы кого везете? Где вы? Кицали мы ее везем. Ее? Да. Так, давай ты по нам не будешь, мол, не херачить. Херачь их. Что по гигам работает? Сейчас мы кицали раздрафоним. Главное не выходи, не вылази из них. Она застряла, не может выйти. Какой-то ПКП там, блядь, просто миллион. О, у меня же есть секретарь. Ганика заебала, блядь. Леха, аккуратнее. Меня что-то не делать. Охереть, да ну, это чё за кицаль такой, блядь? Сколько можно его гигантом грызть уже? Землись, пожалуйста, блядь. Я убил её. А, там же платформа может быть, да. Угу. Отлично. Сейчас настройки уберу, мне 7 FPS. А вот, ребята, сорян, конечно, за чмошные настройки, но что поделать? Сгрызь эту органику, это пиздец. Зато, смотрите, какой рейд у нас база. Погнали дальше, вот эту животную. Животину все грызть нахер просто. Вщи. Вот, смотри, птер сидит какой-то классный. Херачить. Кицаль, вы их-то убили? Мы еще до них добраться не можем. Ох, тут, блядь, не верим. Как все лагает вообще, пиздец. Все жесть. 7 FPS. Такая же херня. Ну че, они тут год играли, блин.
Да, здесь птерома очередь делаешь, чтобы пройти. Тут две гиги надо. О, сейчас в Бронто пойдем, там веселуха начнется. Давайте, блядь, я не могу найти где... Кто там взрывает? Наша, да? Ты я взорвал. Ты гигантов сожрал всех? Нет, у нейтрал. Нейтрал, что ли, чуть-чуть? Нет. Ну, вон того гигу съешь, смотри... Она на големе, она на големе. Он на нейтрале. Да, на нейтрале. Ну, гол голема сожрем. Стамина Парьгения, заебали все! О, жесть, просто грязь. А чё голем такой ватный? Лоу. Всё, сдох? Да. И сюда был. Я думал, сейчас на 3 часа его. Что говорит? Жгу все смотри. Это всё уходит. Меня тут коцает немножко. Можешь прикрыть? На гиги. Сейчас. У голема что сильнее дамажит? Какая атака? Камень? Или цешка? О, брото, блядь. Жесть, просто такое мясо. Она там, мне кажется, у нее сейчас сердечный приступ случится. Такого еще никогда не было. Такой дичь. Слушай, блядь, видишь, что помогает? Везде, ты вообще 5 FPS, это вот контент пошел качественный. 10 часов. Вылетел, кицали бы его. Пусть вот в толпу к нам залетает. Гиги уже пол КП. Сюда бы верничку. К нам в мясо. Я хз, еще големам помогаю, там не помогаю. Мы с древом морали вообще. Можем там потихоньку, ничего. Ну, сейчас гига делает, это Бронто один отъедет. Черепахи побежали. Смотри, ты обратно в загон пошел. Ну, говорит, нахер. О! Ты в нас, главное, не попади, слышишь? Да, спи. Все, по-моему, эти на эти. А, говорит, все летные. Его подкидывает немножко. Ну еще там он гига стоит сверху. Вот где мясо фармить надо. Ну да. Целый год копила ее специально для нас. Ага. Так, давай, помогай, мы с ним бронтами, у тебя куча бронта, блядь. Она летает на кицали, она даже не знает, что делать. Вы в чат откройте просто. Вот. Все. Не поджигай, кто-то поджигает Бронто, не жги Бронто, я убью, блядь, дай мне дело. Жгите! Боевой полетел. Ой, меня кто-то выхватил, твою мать! Че, серьезно? Да. Она там хватает на этом. Меня опять кто-то. Кто там на пхере? То же место и достать меня прямо было на базе. Я тебя вообще не вижу где-то. А, да я умер, блядь. Пойдем виверну крыть, пойдем быстрее виверну крыть. Кицали, дам дамажить. А, давайте это меня сейчас в трайп возьмешь и все, это будет проще. И виверна будет это в трайпе. Давай, лети к двум острову. Тере. О, как говно. Давай, к двум острову иди. Видишь? Куда еще раз? К двум острову, кар на острову. Ага, ничего. И я буду на берегу напротив него. И меня в трайп бери. Твою мать просто. Просто кошек. Все, гигу скоро солью. Че, гигу слили? Гигу скоро солью, осталось 30%. Генерал Драй я заходит в игру.
Давайте вещи, вещи, быстрее. Это где-то что-то. Я лечу, лечу, лечу. Давай, давай, давай. Вот, я тебя вижу, все, давай, хватай меня, хватай. Давай, давай, братан, живи. Давай, хватай, летели. Это на... Ты на... просто присоединился, ты не сделал слияние. Вива и осталась что? Без этого, без трайба, ты чё? Она в племени пачка махну, Вива осталась. Твою мать. Ай, ты вообще Василий. Да я спешил же, блядь. Вот это печально, и что делать? Это фейл. Это все, иди гигус бери. А, стой, стой, а да, я выйду, ты кое-что там или прокатит уже. У тебя премия игрока, батька Махно называется. А если я сейчас выйду, кажется, там такой же трайп. Ну давай попробуй. У тебя премия игрока, батька Махно один будет. Господи, пожалуйста. Да, да. Она на гиги идет. Сейчас убьет, скорее всего. Я снял. А вот есть, сейчас, снял. Сейчас что там? Отлично, отлично. А ну да, это... Вези меня где-то, верно. Где-то, куда ты улетел-то? Лечу. Сейчас попробую слияние сделать. Где-то, на фастом. Зачем ты улетел-то? Слияние сделай. Подожди, вернись. Слияние. Как это слияние делать, я не знаю. Прими. А, это... Так же кидайся. Просто прими меня, да. А ну сейчас пробуем. Летим. Нет. Все равно на фиолет. Ну все, значит, ну все, пизда, блядь. Бля, закосячил. Ну идем, идем, идем. Гигу тогда ведите еще одного. Ладно, я бросаю тогда нахрен. Верно, это веду гигу, гигу спасать нашу. Сколько хп осталось? А вообще понты. Где 300? Где 200? Офигеть. Пробуй отходить. Где эти бронты пизи, да? Да-да-да-да. Да. Там крыведник, давай, билет, добивай, пробуй. Все, походу, Пьера слили. Все. Пиздец. Твоего Пьера? Как? На нитра ударил, и тут на меня налетели все гиги, все, вообще все. Ой-ой-ой, сейчас голема сольют еще. Да-да-да-да-да, там гиган точно боль бьет, мне в том случае нет. Кто на големе сидит? Я на големе. Все, 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 это, он отстал. Там чувак голос спустился, он бежит, бежит на гиган, что садится. Попал твою мать, сейчас посмотри. Верну я. А хуй с ней, не вернуть, вы поняли, что она косячит, я спешу. Сейчас еще голема будет не вернуть. О, трындец, все. Это наш кровищ стоит, если нет? Все, голема нет. Там в нем ресы это все как... были. Все ресы, ресы, сука, были големи. А какого хера ты на нем там был? Помогал. А где голема стоит? Ай, на базе прям там внутри. Я тут бегаю, а где здесь? Ебать, тут мешочков-то, блядь, ты конкретнее где? В центре. Саркорекс. Вот откуда гигант видел, убегал сейчас. Вот тут там. Тут пиздец, ты чё гонишь? Тут только трупов, блядь. Я настреливаю. Ну даже кровать не ставили, да? Или ставили? Ставили на специально. Уже два было, один лоу-левел, другой 100 плюс. Это какой был сейчас здесь? 100 плюс. Здесь, а чё он так быстро от борта пиздец получил? Его там хуярило 100 кошек, блядь. 100 этих. Пол ангара есть, слышишь? Так, мне удалось лутануть немножко. 11. Сейчас а ты нашел лута, да? Да, сейчас попробую голема найти. Нашел голема. Ай, там только пули остались, все. Серьезно? Слушайте, там кицаль где-то облетает. Заберите кицаль, попробуйте. Наш кицаль. Вот он где-то вот на их базе. Он еще жив. Там 200 кицаль наш. Ну помню, не жив. Посетите хоть его лёд. У нас не у нас ни одного летающего. Кицаль есть.
Над суицидной миссией, не суицидная? Нет, там живут, кстати, кучный хангар, там пиздец, можно заебашить там бочками. Там пока ничего нету, блядь. Ну лети на их базу. Ой, фак, там гиганты, блядь. Вот именно. Чувак на птере летает. Вниз сейчас надо, это вниз. Вон там, где я, это вышка с турелями, видишь, слева? Вон там приземлись, прямо под нее, слева. Вот туда? Справа, теперь направо. Прям вниз пикирую, вон, блядь, под гору, налево теперь. Вот эта вон. Херня черная. Да. А, сука, они закрыли вход. Ну-ка, дай попробую, я бешком побежать. Че, нашел Кецаля? Нашел Кецаля? Стой, спокойно, да, лети, пока не... Они на нейтрале, пикируют ко мне сюда вниз. 200, да, который? Да, 119. Фу, слава богу, хорошо. Он, ёб твою мать, нет, у тебя пизды тут, Глеб, тут такой пиздец. Да, вон ты правильно летишь вниз, но там пизда. Слышите, там, а если хернуть вниз туда одновременно с пару базу? У тебя взрывов нет никаких? Там, есть 11 взрывов. А ну-ка, приземлить, я сейчас ёбну, блядь. Прям вниз гигантом, да, ну я тут бегаю, ну куда я спрыгнул, да, вот это ты. Держи. Сколько тебе? Отлетай. Если что, на птере. Они на пассиве, походу? Да, на пассиве. Ну, теперь на нейтрале. Я один выстрел так остался. Убил кого-нибудь? Ну да, в трабе смотри, в траблоге. Там убил какую-то высоколевную пелагорню с ником Экстази. Так, что делаем? Давайте, короче, жечь их хотя бы их. Пока они ничего не включили еще. А вот есть чем жечь? Ты ничего не трансферил с собой? Не, я голод пошел. Сейчас я там трансферну туда. Не кицали, кровати у нас есть. Стрелор, бета. Это трансферну стрелор, блять, а там пока. Охренеть! Воу! Отводи их! Что такое там? Блять, что за хуйня? Уводи! Вылетели, да? Да, птеры все, давай бочками херачим. Улетай, да, веди их на базу, веди их по турели. Спокойненько лети, куда там на базу. Я не могу даже лететь. А че? Они слишком быстро. Тебя убили? Че, блять? Улетаем, живые кто, улетайте. Охереть, эти птеры жесткие какие-то. Так ты должен был на птере или тебе не на Кецале хагрита? На Кецале. Я ебанул, короче, стрелой гиганта, и на меня эти все твари слетели. Но так, а там же Глеб был на птере. Глеб, уйби по ним бочкой, лети на базу. Ты чё? Братаны, я на птере, короче, на зону тут все летят. Да, вот лети на базу с ними. Базу лететь, да? Да, и лечу на базу. Идти там бочками будет. Позвольте, короче, кицали все, и эти птеродондоны. Давай. У меня хп мало. Бочками тебя не догонят они, блядь. А они меня не потеряют? Могут потерять, он тебе летит. Стамина кончится сейчас быстрее. Туда лети обычно. Я лечу, за мной летят все. Давай, сейчас стамина кончится. Я почти к базе подлетел. Давай. Я к базе почти подлетел. Потом куда птелишься? Они меня потеряли, всё. Меня не потеряли, Влад. Все нормально. Отхилься сейчас, и... Я сейчас загрев еще раз. Стаминку иду. Я сейчас верну стрелами. Нихера, 4 птера. Блин, Кеца. Кеца я взял на себя.
Видишь, они отстают, все, Леха. Да ты тебя заебашек. Сейчас убью еще одну. Минус 203 кейтс. Нихуя себе, блин. Кто? Там что-то было, что ли? О! В нем полимеров до хера было, пасты, металла. Сколько кицали? Ну расскажите, сколько того и того это. Птичка 200-я, 3000 паст. Птички, которые сейчас убили? Да. А полимеров сколько? Блять, 5000 паст. А полимеров сколько? Помогайте, пожалуйста, опять я один стреляю, я вас никого не вижу здесь. Ну дайте арбалет-то. Да, и мне. На птицы будет туда лететь, это снимаю, буду снять, вон он там летает. Тигр, а еще есть арбалет? Давай. Ну, он скинул. Все раскинули арбалеты. Я нижнего убиваю гиганта, а вы там убить он дохуя их. Стрелы, давай огнем. Птери. Птица, птери. Это птери, да. Который там... Тут стоит. Это седан, который. Ёб твою мать, на нас летят все нахуй. Ну где, расследитесь так... быстрее. Опа, турельки пошли. А тут птицы, они что, они без наездников? Турельки пошли работать. С дома не работали, бля, Глеб, а так, пожалуйста, я сожгу. Вот, птица села. А где вы все это, блядь? Да много гоняются, птицы забьют! Переагривайте их! На птерах! Где сейчас вы, блядь? Переагрю! Да я сейчас умру, блядь! Ну что мы так долго-то, ёбаный блядь! Ну отводили птеров, потому что турелей! Турели только на доме, они давно там работали, блядь! А вот турели, они, вот где вот мы стояли, да, на вышке. А, они вышки что ли? А, да. Да. Идите убейте этих аргентависов. Там аргент и два птера вроде бы. Без наездника. Нет, на вражескую базу сагри. Сейчас там конь вниз. Вот так и надо, блять, надо, наверное, нахуй. Их ёбнуть и на вражескую базу туда. Ну да, 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 если рядом. На спальниках не резайтесь на этих. Там, я попробую, я вроде вниз поставил. Там, потому что под турелями сразу попадешь. Лёха, ты видел, куда мой труп упал? Ну, примерно. Ты там уже ничего не залутаешь. Да, там турели ебашу сразу. Ну чё, остается только сейчас скицать тогда. Зависать и расстреливать их этими стрелами. Да. Балаз есть? Да. Давай, птера, заполосим. Я уже со снайпы страстно расстреляю. В голове прям. Цель на базе? Да. Да. Идите там, пока я полечу. Слушайте, кто сейчас на базе? Я. Можешь полететь, получается, со стороны гига, да, стоит, ну, вот, который ты мочил. Чего, блядь? Со стороны, проход, проход. Фиолетовый слон. На арену. Ты хочешь делать там зарать его, что ли? Между вроде. О, он на пассиве. О, давай расстреляем. На базе есть дерево где-то? В бобре. Слушайте, есть кто на базе? А, ну же стрелы у нас есть, чипаримся. Нет у нас. Партизане потихоньку. Нет, на вражеской. Да, мы. Вот смотрите, вот где гигу мы мочили, вы поняли, да, где там спальни мешки стоят. И вот с этой стороны вход, можете подлететь сюда? Тут два бегемота камеры стоит. Пожалуйста. Зачем туда тебе? Ну, меня схватите, я тут между бегемотами и птичка рядом. Чикицали сожжем. Давайте. Ой, тут очень тихо, и ничего не достает. Птичка, походу, тоже на пассиве. Которая сзади нас. Вы где стоите, я к вам лечу.
А там, где спальники у нас были. Понял. Я понял. И подлетите кто-нибудь к этому ходу, пожалуйста. Нет, птица на пассиве. Летите сюда, сука. Если дверь... Я сейчас ее на базу отвезу. Да, давай. Вне аргентума как раз есть такая цветная, это разукрашенная. Не-не-не-не. Это щупа какая-то. Разукрашенного красного аргента я слил в нашу базу. В нашу? Да. Э, вот, вот он недавно меня убил, прям вот минут две назад. Вот там было 5000. А, ну тогда нет. Не все. О, все. Он бегемота, видишь, два бегемота каменных. 207. Убийца. Не, я вообще не вижу бегемота каменных. Че там? Красная платформа, фиолетовая винтовка, 10 гранат. О, сбирай. Где он? А, вот. Только что здесь это было. Одна. Сжигаем. Не, я этого сожгу, вы попробуйте других каких-то, или больше никого никак не получится. Там турелька просто стоит. Надо именно специально это делать. А мы сейчас от этого убьем. Он стакается, лол. Он тикает, он быстрее тикает, да, стакается. О, состилил. Сучка. Че там в нем? Да. Все, садитесь на кисть. Если красные слоты забирай. Все турели восстановили, только некоторые? Почти все. Выше там просто сели, птичку. А вот, ебашки, вон, гига, впереди. Ёп, 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 что такое? Он же флорил, что ли? Это блядь? Я заграл, я заграл. А вон, гига снизу. Тит. О, ой, слушай, замок птерному. Птица, это стреляй, это Глеб, птица стреляй, его вон, на гига и птер. О, давайте, давайте их, вот так, все? Вот птер. Балласт есть, стоп, балласт есть? Да, у кого-то был. Балласте. Вот стоит. Да, балласт. Убивай. Дайте, ёпта. Какое село? Серое. Эх. И этот, кстати. Серый. Слушайте, есть у кого похавать немного? Да, есть. Скиньте, пожалуйста, кицаля. Пожалуйста. Ребята, все плохо, сука. Говно опять каким-то рейдим. Спасибо. Всех где-то... уводят. Где... Всех уводят оттуда, туда, вдаль. Глеб, вон птицу видишь? С какой стороны? Да вон он ее уводит. У нас обзор немного ограничен просто. Да вон с винтовки ебаш по всем подряд, блядь. Давай попробуем. Вон гигу. Не, птиц стреляй, вон птица летает. Что это? Нашмаливают. Вот давай зада. Да. Вон птица летит, видишь? Летает на ней. Попробуй снять ее. Со скорострелки иди с красной, блядь. Да, ебашь ее на. О, попал. Летала, блядь. Еще бы не лагало. Было бы вообще супер просто. Сейчас, если подлечу, что здесь. Чё-то... Можно сейчас зайти. Вон, на крыше стоит. Птица, вон, полетела, мразь. Вот снимай нах, чтобы она не летала, блядь. Ой, сорян. Это что такое? На минигане, но он до туда не застрелит. Бока прицелить. Не, нам боком неудобно. А тут птица, да, она под нами прям. Там их две, их под нами, птица-то, ё-моё, забыл. Я же говорю, там их две стрелять, под стрелять, нами. Стреляйте, я улетаю, стреляйте, птица, он летает за нами, блядь. Там база чужая, подведите их, потом.
Бля, там наездника пытается выхватить вас, вы не видите? Она не, он не да? один, блядь. А, во! Вот лечу за ним, давай, за ним лечу. Птер, вот, птер. Давай. Вон вверх летает. Вверх, вот виду его. Давай. Попал. Давай. Так, у меня с огненной стрелы только остались. Птица он летит у нас. Снизу. Да, вижу. Бля, зависло. Ой, это Unreal какой-то. Это вообще невозможно просто попасть. Просто, я только прицелить сразу же, в другую сторону. Твою мать. Стрелять по кому, это вон птер летит. Одна, да, вверх подлетели. Сейчас будут нас снимать. Меня схватили? Как вас их выхватывают? Поджог птицу. Поджог еще раз. Вижу. Давай, сейчас я ее выхвачу. Я на парашюте. А, под турель лечу. Спасите. Управляй, блядь. Да управляю, он не управляется нахрен, через раз. Я живой. Давай, садись. Садись. А Глеб где? Сверху надо говорить. Вверху? Где? Да вот же я, вот же. Прямо над нами. О, изи. Водитель Кицаля. Падай. Сука. Долгану. Блин, то проходит, то не проходит. Блин, надо что? Парашютов и балласов не делать еще. Все. Не кицали. То анимация была, что слетел. Прожал парашют. И реально слетел потом после этого. Кицаль боевой, его надо сжечь. Я покажу где, я увидел его. Только ты разворачиваешься не крыльями, а? Либо жопа, либо передом. Передом, смотрите. Вот я прямо на него смотрю. Базу. Прямо на него смотрю. Видите? Птиц. Да. Да, видим. Не башьте. Только голову не поднимай. Они кто-то стреляет в эту платформу. Отлично. Да. Где база? Где база? Упал. Ибо нехуй двигаться, блядь. Где база, которую куда вы выдели, Глеб? Она сзади, где мы жгли. Да, вот сюда прилетай, все, прямо лети. Прямо лети. Вон она. Ну завис нахуй. А красавчик, меня прям на базу скинул. Выхватишь меня, понятно. Ты хоть что-то, блядь, если мне надо, блядь, под базу завести. И самое интересное, что, блядь, сука, Киталь не полетел туда.